Клоуны рядом. Так будет называться WhatsApp-чат и аккаунт в соцсетях, который создают больничные волонтеры. Из-за карантина к маленьким пациентам нельзя приходить ни клоунам, ни сказочникам, ни рукодельницам с мастер-классами. Но сидеть сложа руки активисты не готовы, придумали, как развлечь и развеселить на расстоянии. Подробнее Наталья Цопина. В коридорах педиатрического отделения старшего возраста непривычно тихо. Большая часть палат пустует. 45 коек, 7 детей и 4 мамы. Плановые госпитализации приостановлены. Надя Ноздрина – пациент экстренный. Лежать девочке долго, скучать не привыкла. Что сделаешь? Надо как-то же бороться с этим. Читаем, вот что пишем, то в планшете сидим. Теперь в палате станет веселей. Больничные клоуны придумали, как развлечь маленьких пациентов с помощью всемирной паутины. На площадках, таких как ВКонтакте, Инстаграм, YouTube-канал, то есть мы хотим сейчас создать. Мы сейчас занимаемся записью сказок, которые будем транслировать на этих площадках. Вот. И еще непосредственно для облбольницы мы хотим создать WhatsApp-чат. Скажем так, назовем его «Клоуны рядом». Мы никуда не делись, мы здесь, мы с вами. Терапевтические сказки, юмористические ролики и мастер-классы. Скучать в больнице детям не придется. На этот формат уже перешли зарубежные волонтеры. Теперь присоединились и новосибирцы. Уверены, для маленьких пациентов онлайн-формат не проблема. С гаджетами с рождения на «ты». Большинство своего времени они проводят в кабинетах, где-то на каких-то манипуляциях ходят. В общем, проходит процесс лечения. И когда приходят клоуны, то есть радость это не только ребятишкам, конечно же, и нам тоже, сотрудникам отделения, потому что в виде радости, вот этот позитив, который клоуны несут детям, естественно, и процесс лечения проходит для них лучше. Мы сами знаем, что улыбка лечит. Надя клоунов видела только в цирке. Понравилось. А вот с больничными волонтерами, хоть лежит в этом отделении уже не первый раз, познакомиться так и не довелось. Но теперь с нетерпением ждет среды, когда заработает чат в WhatsApp. Клоуны рядом. Наталья Цопина, Борис Гладких, новости ОТС.